Как не волноваться, как снять вот это вот волнение? Потому что сейчас не публичных профессий уже нет. Все они – люди разносторонние, учатся, работают, оказывают помощь тем, кто в ней нуждается. И при этом живо интересуются культурой и искусством. Для активистов движения «Молодая гвардия» прошла встреча с заслуженным артистом России, лауреатом премии «Золотая маска» Владимиром Гальченко. Я очень давно знаком с этим актером, и мне очень нравится его харизма и умение отыгрывать свои роли. Было очень интересно его послушать. Как он вообще стал актером и его жизненный путь? Владимир Гальченко считает, такие встречи – отличная возможность получить обратную связь от юных зрителей. Ну, знаменитая фраза, что «Здравствуй, племя молодое незнакомое», она не совсем верна. «Здравствуй, племя молодое и очень знакомое». Потому что я тоже был в их возрасте. Я их слышу, я их понимаю. Ну, нюансы различные могут быть только в моде на одежду. Поэтому, я думаю, мы быстро найдем с ними общий язык, мне так кажется. На встрече с активистами Владимир Гальченко рассказал о своем творческом пути и ответил на вопросы. Елизавета Прокопенкова, Петр Паламеев, «События».